З вавілля власника суден. Близько 30 моряків вже майже рік не отримували зарплатню. Зараз борг складає понад 200 тисяч доларів. Обидва проблемні сухогрузи – «Дорсет» та «Олдвіч» – знаходяться під арештом на судоремонтному заводі у Миколаєві. Кораблі виходили в море під прапором африканської країни Того, але власник зареєстрував їх в офшорних зонах та поки що ухиляється від відповідальності. На этом судне, на теплоходе «Дорсет», обязанности капитана я выполняю с марта месяца, ну, с первых чисел марта месяца, когда я пришел на пароход. За это время, как до меня, которое капитан передавал мне дела, заработная плата не выплачивалась. Даже если какой-то аванс, то очень маленькая, понимаете? Постоянно, каждый месяц я подавал и писал по имейлу, отсылал и просил, и по телефону, чтобы не то что зарплату, он обязан эту зарплату выдавать, потому что он понимает, что это уголовное дело. Не выплата зарплаты более месяца, это уголовное дело для своего, для хозяина. Но никто на это даже не смотрел. Они считают, что это так, как и положено. Зарплат нечего выдавать. Даже не давали аванс. Частина моряків досі знаходяться на борту без їжі та грошей і готують судові позови. Вони розраховують на допомогу юристів та продаж суден з аукціону для розрахування з екіпажем.